Ледовый дворец «Байкал» вновь станет местом проведения крупных всероссийских соревнований. 30 марта стартует чемпионат страны по хоккею с мячом среди женских команд. В борьбу за золотые медали вступят сильнейшие хоккеистки России из Красноярска, Кирова, Московской и Свердловской областей. А противостоять им будут действующие чемпионки России – иркутская «Сибскана», которая на турнире представит также и свою молодежную команду. Между собой соперники сыграют в один круг. Соревнования завершатся 4 апреля. Вход на все матчи чемпионата свободный.